О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях. Я Екатерина Лысенко. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Франция избирает президента. Как голосовали граждане страны в первом туре? Жертвы среди наблюдателей. На оккупированном Донбассе подорвался автомобиль ОБСЕ. Новые угрозы в КНДР пригрозили Австралии ядерным ударом. Чего ждать от Пхеньяна? Одна из стран-участниц нормандского формата, от которой, к тому же, зависит наш безвиз, Франция, сегодня избирает президента. Первый тур проходит в условиях повышенных мер безопасности, и главная интрига – будет ли второй и кто пройдет. Подробнее Елена Зорина, она в Париже. Кто станет новым хозяином Елисейского дворца? Этим вопросом сегодня, пожалуй, не задается разве что ленивый. 11 кандидатов и впервые без действующего президента с большим количеством неопределившихся избирателей и в условиях чрезвычайных мер безопасности. Елисейский дворец под более чем пристальным вниманием правоохранителей, да и во всей стране сегодня на ушах и полиция, и армия. 50 тысяч стражей порядка, 7 тысяч солдат охраняют спокойствие французов. Такие меры безопасности из-за недавнего теракта здесь, в самом центре Парижа, на Елисейских полях. К месту, где мужчина застрелил полицейского и ранил троих, люди до сих пор несут цветы. Муж, я и две наши маленькие собачки приехали сюда в отпуск из Лос-Анджелеса. Мы услышали о теракте, когда находились в квартире, и были шокированы. Это слишком. До сих пор не могу успокоиться. Что касается выборов, то я не знаю никого, кто бы мог изменить ситуацию с терроризмом в мире. Ни либералы, ни консерваторы, ни левые, ни правые, ни центристы. В целях безопасности на некоторых участках в Париже даже снимать журналистам не разрешают. Но без эксцессов все же не обошлось. На востоке страны людей прямо во время голосования пришлось эвакуировать. Рядом с участком обнаружили машину с подозрительными номерами и включенным двигателем. Впоследствии оказалось авто краденое, но взрывчатку в нем не нашли. И вскоре участок открыли снова. Были приняты все меры безопасности, и я также выражаю благодарность коммунам, которые присоединились к необходимости быть бдительными и предоставить французам все условия, позволяющие им осуществить основополагающее право выбрать свое будущее. Национальная безопасность – то, о чем говорили во время гонки и кандидаты в президенты, а еще о членстве в ЕС и мигрантах. На этих выборах фаворитов четверо – центрист Эммануэль Макрон, лидер ультраправых Марин Ле Пен, кандидат от республиканцев Франсуа Фийон и леворадикал Жан-Люк Меланшон. Все они проголосовали сегодня одними из первых. Кто-то с селфи на избирательном участке, кто-то опускал бюллетень под восторженные возгласы сторонников. Среди лидеров двое противников ЕС и только один непророссийски настроенный. Несмотря на открытые участки, французы все еще сомневаются, за кого отдать голос. Среди избирателей, по данным последних соцопросов, почти треть неопределившихся. Но вот официальный Брюссель, похоже, свою ставку уже сделал. Во Франции наиболее проевропейским и, наверное, самым безопасным с точки зрения польских интересов является Эммануэль Макрон. Мой коллега из европейской семьи и многолетний друг Фийон. Может, чуть более евроскептичен, но также безопасен с точки зрения Европы и Польши. Второй тур будет, уверены избиратели. Вряд ли кто-то из кандидатов наберет сразу больше 50% голосов. Но кто из них станет главными соперниками, интрига пока сохраняется. Я надеюсь, Мари Ле Пен не пройдет во второй тур. Думаю, соперничать будут Фийон и Макрон. И Меланшон, надеюсь, тоже не пройдет во второй тур. Я не голосовал, потому что до сих пор не выбрал за кого. Возможно, буду во время второго тура. А пока подожду. Надеюсь, там будут соперничать Меланшон и Ле Пен. Я до сих пор не понимаю, будет ли второй тур, но думаю, будет. Многие люди не пришли на участки. Сегодняшняя ночь все же покажет. Как вы думаете, кто пройдет? Думаю, Макрон и Ле Пен. Один из прогнозов этого голосования – низкая явка – не оправдался. К обеду на избирательные участки пришли почти треть французов. Показатель выше, чем во время прошлых президентских. На некоторых участках даже выстраивались очереди. Из Франции Елена Зурина, Евгений Каминский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. За процессом голосования во Франции целый день следит моя коллега Елена Зорина. Сейчас она на прямой связи со студией. Лен, здравствуй, расскажи, как, что происходит на участках в эти минуты и можно ли уже говорить о фаворитах гонки. Тебе слово.
Да, Кать, добрый вечер. Ну, еще час до закрытия избирательных участков, поэтому о лидерах и аутсайдерах этих выборов говорить пока что рано. Но вот что известно к этому моменту. Это имя лидера на заморских, на заграничных участках. Речь о заморских территориях Сан-Пьери, Микелоне, Мартинике и Гвиане. Там голосование происходило вчера, поэтому имя победителя, кстати, стало сюрпризом. Это леворадикал Жан-Люк Меланшон. Здесь он набрал четверть, где-то даже треть голосов избирателей. Примечательно, что ранее социологи отдавали ему четвертое место среди фаворитов гонки, но популярность он начал набирать в последние недели кампании. Большой поддержкой кандидат пользуется в соцсетях. У него подписчиков больше, чем, к примеру, у Макрона или Фиона. И вот-вот ожидаем данные экзит-полов по всем остальным участкам Франции. Вот уже появились данные опроса телеканала RTBF. И вот по этим данным 24% набирает Макрон, Ле Пен, Фион и Меланшон от 18 до 20%. И еще к этому моменту известна явка за 3 часа до закрытия избирательных участков. Она составила почти 70%. Ну и если исходить из данных опроса, то очевидно, что второй тур выборов будет, и состоится он 7 мая. Продолжаем следить за выборами здесь и за результатами. Катя. Лен, спасибо тебе за работу. Елена Зорина была с нами на связи. Она следит за ходом голосования во Франции. На Луганском направлении на неподконтрольной Украине территории на мине подорвался автомобиль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Это первый случай, когда жертвами действий боевиков стали члены наблюдательной миссии. Со стороны так называемой ЛНР тут же поспешили заявить о диверсиях украинских военных. А вот украинская сторона наряду с западными партнерами требует немедленного расследования трагедии. Все детали в следующем материале. Авто наблюдателей ОБСЕ взорвалось утром во время патрулирования возле села Пришиб, которое находится на неподконтрольной территории. В результате, по данным украинского и австрийского внешнеполитических ведомств, погиб американский медик. По другим данным, погибший британец Джозеф Стоун. А двое наблюдателей, одна из которых гражданка Германии, были доставлены в больницу Луганска. Представитель ОБСЕ Себастьян Курц потребовал всестороннего расследования трагедии. Смерть коллеги является шоком для всего ОБСЕ. Нужно провести тщательное расследование. Виновные будут привлечены к ответственности. Расследование требует и украинская сторона. Также Петр Порошенко выразил соболезнования семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Глава государства поручил министру иностранных дел координировать свои действия с ОБСЕ и подчеркнул, украинская сторона осуждает все формы препятствия боевиками работе наблюдательной комиссии. Расследование потребовал и генсек НАТО, а глава МИД Германии Зигмар Габриэль призвал боевиков прекратить нападение на наблюдателей. Наблюдатели ОБСЕ каждый день неустанно выполняют свою работу. Это их заслуга. То, что за последние годы не произошло более крупной военной эскалации на востоке Украины. Нападения и неоправданные обвинения в адрес ОБСЕ, особенно со стороны сепаратистов, должны прекратиться. Ближе к вечеру в сети появилось вот это видео, снятое боевиками. Со стороны так называемой ЛНР тут же поспешили заявить о диверсиях украинских военных. Эту информацию растиражировали и в российских СМИ. Автомобили якобы отклонились от основного маршрута и ехали по второстепенным дорогам. В штабе АТО заявления об украинских диверсиях назвали безосновательными. За последние сутки в этом районе не фиксировали нарушений режима тишины. А значит, заявление боевиков об обстреле вооруженными силами Украины место подрыва автомобиля не соответствует действительности. А в МИДе подрыв патруля назвали попыткой запугивания наблюдателей ОБСЕ и желанием свести на нет усилия Украины и миссии ОБСЕ по стабилизации ситуации на линии разграничения. Также в МИДе призвали Российскую Федерацию выполнять взятые на себя в рамках минских договоренностей обязательства и обеспечить наблюдателям ОБСЕ беспрепятственный доступ на всю неподконтрольную Украине территорию. Павлина Василенко, подробности, телеканал Интер. Ситуация на передовой тем временем остается напряженной. Боевики за минувшие сутки 46 раз обстреляли позиции ВСУ. Один украинский военный погиб, еще трое раненым, сообщают в штабе АТО. Провокации противника украинские военные фиксируют почти по всей линии разграничения. Наиболее ожесточенные бои идут на Донецком направлении.
Больше всего вражеских провокаций в штабе АТО зафиксировали на Донецком направлении. Из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали Авдеевку, шахту Бутовка, Верхнеторецкое, Пески и Каменку. По захисниках Зайцево, Пісків та Кам'янки, гатив з гранатометів та кулеметів великих калібрів. Озброєння бойової машини піхоти застосував в районі населених пунктів Луганське та Зайцеве. Поблизу шахти Бутівка діяли ворожі снайпери. На приморському направлении наемники обстреливали позиции украинских военных в Широкине и Марьинке. Огонь вели стрелкового оружия по Лебединску, Тарамчуку, Гнутову и Водяному. 13 раз нарушали режим тишины боевики на Мариупольском направлении. Неспокойно было и в районе Луганской. С крупнокалиберных пулеметов и минометов боевики вели огонь по опорным пунктам украинской армии вблизи Катериновки. Всього ж за минулу добу на Луганському напрямку ворог порушив перемир'я 5 разів, і в тому числі 1 раз з використанням мінометів. В результате боевых действий 1 украинский военный погиб, 3 получили ранения. Есть пострадавшие среди мирных жителей Марьинки. По ней боевики 3 раза открывали огонь из минометов. Снарядами повредили 7 домов. 1 местный житель получил ранение и был доставлен в больницу Курахова. Елена Митясова, подробности, телеканал Интер. Непокоренные. В Киеве сегодня завершился отбор бойцов АТО, которые будут представлять Украину на международных спортивных соревнованиях для военных и ветеранов с ограниченными возможностями Invictus Games или Игры непокоренных. Пройдут они в сентябре в Торонто, в Канаде. 114 военнослужащих приняли участие в нацотборе. В итоге в украинскую команду попали 30 бойцов. Их еще ждет независимый медосмотр и тренировки. Это 3-е Игры непокоренных, в которых участвуют страны-члены НАТО и стратегические партнеры Альянса. Украина в этом году будет представлена впервые. На церемонии объявления украинской сборной выступил и президент Петр Порошенко. Бо саме нескореною є наша нація. Саме нескореним є наш народ. І саме нескореною є наша держава. Я щиро дякую вам, дорогі воїни, за ваш жертовний внесок в захист батьківщини. Вашими зусиллями ми побудували нову армію. Вашими зусиллями ми не віддамо жодного клаптику української землі ворогу. І вашими зусиллями, разом з зусиллями українських дипломатів, ми повернемо український Донбас і український Крим. Также президент поддержал инициативу военнослужащих и анонсировал создание в Украине центров психологической реабилитации для участников АТО. Сейчас Киев вместе с трастовыми фондами НАТО разрабатывает такие программы. В Рівне в канун поминального воскресенья надругались над мемориальной доской в честь Героя Небесной Сотни Александра Храпаченко. Патрульные получили сообщение о том, что во дворе дома в спальном районе неизвестный забросал мемориальную доску яйцами. Полицейские задержали 60-летнего мужчину, который сознался в содеянном. Зачем он это сделал, теперь будет объяснять в городделе. 5 полутонных авиабомб времен Второй мировой войны обезвредили в Винницкой области. Боеприпасы обнаружили недалеко от села Писаревка. Прибывшие на место пиротехники нашли еще 7 минометных и 20 артиллерийских снарядов. Их решили обезвредить на месте, чтобы не подвергать опасности людей. На время операции перекрыли трассу Винница-Житомир. Тротиловий екілан складає 1,2 тонни. Розліт осколків від одної фугасної авіаційної бомби калібром 500 кілограм складає до 1500 метрів. Тут їх було 5. Партію сигарет, які пытались переправити в окупированную Горловку, задержали на пункті пропуска Майорськ. 110 блоків пограничники обнаружили під обшивкою салона автомобіля «Газель». Орієнтувальна стоїмость контрабанди – 23 тисячі гривен. Всі сигарети ізъяті, їх передали сотрудникам фіскальної служби. Водитель задержан. Ще 2 ящика контрафактних табачних ізділів ізъяли пограничники на Буковині. Товар обнаружили в приграничном поселке во время планового рейда. 2 местных жителей хранили контрафакт в багажниках своих автомобилей. Вероятно, товар планировали переправить в соседнюю Румынию. Мужчин доставили в райотдел полиции, туда же отправили иномарки и изъятые сигареты.
халатности, которая привела к смерти, обвиняют медика в Светловодской больнице. Там перед Пасхой умер 19-летний парень. Его с ножевыми ранениями в грудь привезли друзья и утверждают, медики не торопились к раненому, из-за чего тот скончался. История всколыхнула весь город, на митинг вышли 200 человек. Елена Брынза расскажет подробнее. На этом фото 19-летний Любомир Оленковский. В ночь с 14 на 15 апреля он с друзьями, гуляя по городу, заступился за подростка, на которого напала группа парней. В ходе ссоры один из них ударил Любомира ножом в грудь. Удар ножом был возле ступени у тех. Любомир его, получается, разворачивал на себя, и тот сразу ему нанес удар ножом. Потом Любомир пробежал еще некоторое время, и уже там он упал. Друзья рассказывают, чтобы не терять ни минуты, тут же привезли на своей машине Любомира в больницу. Но медики, утверждают парни, не спешили на помощь. Врач вышел только спустя полчаса. Ребята тарабанили, там подбежало еще человек, наверное, 10. Тарабанили сюда, 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 в центральный вход, потому что не открывались вообще ни с каких сторон. Никто не подходил. На сестры не, мы сами. Я проверял лично. Я ему просто держал голову на кушетке и пробовал пульс. Требовать расследования смерти юноши и наказания виновных вышли 200 человек. Они прошли по центру города к больнице, где умер Любомир. А вот медики утверждают, Любомир в больницу попал уже мертвым. И им оставалось только констатировать факт смерти. Доставлены тело мертвой людины. В лифте примите сестер, он дышал. Не может тело мертвой людини дихати. Парня, который нанес удар Любомиру, уже задержали, отчитались полиции. В понеділок було прийнято рішення головою Світловодського суду про арештувати його на термін 60 днів. Вину визнає, речовий доказ і знаряддя вбивства вилучено. На заявление друзей погибшего о халатности медиков отреагировали в прокуратуре. За фактом неналежного выполнения своих посадовых обов'язків працівниками Світловодської центральної районної лікарні вказана медична документація вилучається. Вопросы к медикам Светловодской райбольницы возникали и до этого случая. В результате жалоб пациентов главврача уже дважды увольняли. Но он восстанавливался в должности благодаря судебным решениям. Ольга Иванченко, Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности, телеканал Интер, Кировоградская область. Предварительную причину масштабного пожара на рынке Северный в Одессе озвучили в городской полиции. Это замыкание электропроводки. По факту нарушения требований пожарной безопасности открыто уголовное производство. Напомню, торговые павильоны загорелись накануне около 6 часов вечера. Огонь охватил порядка 700 квадратных метров. Уничтожены и повреждены 150 торговых павильонов. Пострадали 6 полицейских. Они первыми прибыли на место происшествия. Эвакуировали людей и припаркованные автомобили, освобождая дорогу и место для пожарных машин. Возгорание ликвидировали в 8 часов вечера. И в той же Одессе пьяным за рулем поймали сотрудника военной прокуратуры Южного региона Сергея Ярового. Причем, как утверждают местные активисты, составленный на него протокол Яровой порвал и выбросил в лужу и едва не устроил потасовку с правоохранителями. В полиции факт задержания должностного лица, который в нетрезвом виде управлял автомобилем и оказывал сопротивление, подтверждают, но фамилию не называют. А вот на сайте военной прокуратуры появилось сообщение. В отношении Сергея Ярового начали служебную проверку, и по ее результатам будет решаться вопрос о привлечении прокурора к ответственности. Мы будем следить за развитием ситуации. Ночное ДТП во Львове. Около часа ночи на улице Липинской иномарка влетела в автобусную остановку. Затем машину понесло на киоск, оттуда на электроопору. От удара авто перевернулось, водитель выжил, его с травмами отправили в больницу. Был ли он трезв, пока неизвестно. В Сирии в результате авиаудара был уничтожен последний госпиталь повстанцев в регионе. Произошло это на севере страны, в провинции Идлиб, на территории, которую контролирует сирийская оппозиция. На месте, где располагалось лечебное заведение, сейчас руины. По данным правозащитников, речь идет как минимум о 5 раненых медиках. Под завалами остаются еще 4 человека. Госпиталь прекратил работу. Пока не установлено, какие именно самолеты атаковали, правительственные или российские. Спасательные работы продолжаются.
Тем временем Сирия намерена получить новейшие системы противовоздушной обороны и планирует закупать их у Москвы. Об этом в интервью российским СМИ сообщил сирийский президент Башар Асад. Он также добавил, в настоящий момент более половины систем ПВО уничтожено. Именно поэтому, считает Асад, его армия не смогла отразить последний удар США по аэропорту Шайрат. Сейчас Сирия и Россия ведут переговоры о новых поставках вооружений, включая средства ПВО последнего поколения. Северная Корея шлет новые угрозы. На этот раз Пхеньян пригрозил ядерным ударом Австралии. Ситуацию накаляют также новости о приближении американского авианосца к корейскому полуострову. В Пхеньяне уже пообещали потопить его одним ударом. Чего ожидать от КНДР и к чему готовятся страны-соседи в нашем следующем материале? Пхеньян угрожает Канберре ядерным ударом. Не на шутку разозлили КНДР заявление министра иностранных дел Австралии. Джули Бишоп накануне сказала, что Северная Корея несет серьезную угрозу безопасности в регионе. Пхеньян отреагировал моментально. Назвал австралийское правительство послушным исполнителем указаний Белого дома и пригрозил в случае дальнейшего давления нанести ядерный удар. Подобные угрозы уже не раз звучали в адрес США. Ядерное оружие в руках режима в Пхеньяне с программой баллистических ракет представляет угрозу для стабильности и безопасности в этом регионе, а также потенциально для континентальных Соединенных Штатов. Вице-президент США Майк Пенс как раз находится с официальным визитом в Австралии. Угрозы в адрес зеленого континента он пока не комментирует. Впрочем, надеется, что ситуацию еще можно решить мирным путем, если подключится Китай. Соединенные Штаты вместе со своими союзниками работают над новым соглашением между США и Китаем, чтобы предпринять в дальнейшем необходимые шаги для достижения мирного решения на Корейском полуострове. Вместе с заявлениями о мирном разрешении ситуации появились сообщения о том, что США направили к Корейскому полуострову свой авианосец «Карл Винсон». Пхеньян пообещал потопить его одним ударом. По северокорейскому телевидению уже поспешили предупредить народ, что КНДР готова к войне. У нас есть могучая ядерная держава, и мы можем защитить себя от ядерной угрозы со стороны США. Без малейших колебаний мы ответим на полномасштабную войну ядерным ударом, и победа будет за нами в битве с Соединенными Штатами. И без того накаленную обстановку еще больше подогревают новости о новых ракетных запусках, которые Пхеньян запланировал ко дню армии 25 апреля. Вашингтон и Сеул подозревают, что речь идет о ядерных испытаниях. В связи с этим соседняя Япония присоединилась к авианосной ударной группе флота США для учений недалеко от берегов Корейского полуострова. Маневры проводят с целью давления на Пхеньян. Подействует ли такая тактика на Северную Корею, не берется прогнозировать никто. Неделю назад Пхеньян, несмотря на переполох в регионе, все-таки провел ракетное испытание, но безуспешно. Ракета упала сразу после запуска. Анна Ильиных, подробности, телеканал Интер. Миграционная политика будет одной из главных тем парламентских выборов в Германии, которые состоятся осенью. Какова ситуация с наплывом беженцев сейчас и почему власти страны не прекращают проверки на своих границах? Подробнее Татьяна Лагунова. Беженцев, которые хотят попасть в Германию, сейчас значительно меньше, но проверки на своих границах страна отменять пока не спешит. По крайней мере, на погранпереходах с соседней Австрией. Такое решение приняли власти Баварии и назвали приблизительные сроки действия ограничений при пересечении границы. Минимум до конца года, максимум столько, сколько будет нужно, исходя из развития ситуации. Власти Баварии намерены проверять всех, кто пересекает границу Австрии и Германии. Во-первых, чтобы понимать, кто приезжает в страну и регистрировать беженцев. Во-вторых, чтобы не посылать неправильный сигнал потенциальным мигрантам. Дескать, граница открыта, можно ехать. При этом отпускников, которые летом собираются в Австрию, а потом будут возвращаться домой, власти успокоили. Стоять на границе долго не придется. На смены выведут дополнительные наряды пограничников, да и проверять будут скорее выборочно. Пока в Баварии продлевают проверки на границах, в Берлине бьют тревогу. Немецкие силовики заявляют о резком росте преступности среди мигрантов. Согласно статистике, за последний год количество иностранцев, которых подозревают в совершении преступлений, выросло на 50%.
Четверть из всех подозреваемых – это беженцы, которые прибыли в страну в последнее время. Чаще всего им инкриминируют карманные и квартирные кражи, нанесение телесных повреждений и преступления сексуального характера. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер». Папа Римский сравнил центры для мигрантов с концлагерями. Франциск призвал все страны мира прекратить содержать беженцев в жутких условиях. Мол, сам видел во время прошлогоднего визита на остров Лесбос, как выглядят переполненные лагеря для мигрантов. При этом понтифик высоко оценил усилия властей Италии и Греции, которые активно помогают беженцам. Сравнение Папы Римского центров для мигрантов с концлагерями возмутили американский еврейский комитет. Там призвали понтифика пересмотреть его слова в контексте использования подобного термина. Я не знаю, как беженцам, с которыми я познакомился в прошлом году, удалось покинуть миграционные центры, ведь они похожи на концентрационные лагеря, в них очень много людей. В современном мире международные соглашения кажутся более важными, чем права человека. Массовые протесты в Будапеште. На улице венгерской столицы вышли тысячи людей. Но на сей раз они решили критиковать власть с комедийным подтекстом. Они требовали еще больше демагогии, ограничений свободы прессы и давления на образовательную сферу, тем самым указывая на то, что кабинет министров в последнее время только этим и занимается. Местные СМИ уже прозвали митинг самой остроумной демонстрацией Венгрии. Власть медленно, но уверенно уничтожает демократию. Последней каплей было намерение закрыть Центральный Европейский университет. Тогда люди осознали, насколько далеко все зашло. И теперь все вышли на протесты. Серьезное испытание для британской полиции. В Лондоне проходит легендарный марафон. На улицах города 40 тысяч участников и миллион зрителей. Такие мероприятия – потенциальные мишени для террористических атак. Как справляется Скотланд-Ярд, узнаем у Светланы Чернецкой. Она прошла по маршруту марафона. Этот праздник спорта и благотворительности на самом деле масштабная антитеррористическая спецоперация. За всю 36-летнюю историю лондонского марафона сегодня полиция применила самые жесткие меры безопасности. В первую очередь маршрут забега защитили от возможных наездов автомобилей, чтобы не допустить сценария атак, произошедших в прошлом месяце здесь, у здания парламента, и в прошлом году во Франции и Германии, когда террористы въезжали в толпу людей. Помешать им должны вот такие бетонные и металлические ограждения. Улицы британской столицы патрулируют сотни вооруженных до зубов полицейских в исключительном порядке. Сегодня им значительно расширили полномочия. Офицерам разрешили стрелять на поражение в случае необходимости. Не думаю, что стоит бояться чего-то плохого. Мы здесь фокусируемся на прекрасной атмосфере, позитивных вибрациях. Я чувствую себя в полной безопасности здесь. Полицейских очень много, но они пытаются держаться в тени, оставаться неприметными, тем самым не мешая атмосфере праздника. Такие повышенные меры предосторожности полностью оправданы. Уровень террористической угрозы в стране остается высоким. А марафон привлек много знаменитостей. Старт 42-километровой гонки дали самые популярные члены королевской семьи, принцы Гарри и Уильям, а также герцогиня Кейт. Они втроем нажали на красную кнопку, а потом вместе со зрителями активно поддерживали бегунов. Среди которых, кстати, тоже немало знаменитостей. В марафоне принимает участие рекордное количество депутатов парламента – 16 человек. Здесь и олимпийские чемпионы, и звезды телевидения. Кстати, самому старшему участнику соревнований 83 года, и он не пропустил ни одного забега за 36 лет. Традиционно лондонский марафон – это не просто спортивное мероприятие для проверки физической подготовки и выносливости. В первую очередь, это способ собрать деньги на благотворительность. За все время проведения состязаний на добрые дела здесь было пожертвовано более 600 миллионов фунтов. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности британское бюро телеканала «Интер». Какие рецепты успешной жизни предлагает дочь американского президента? Почему немецкий министр стал комиком, а австрийский канцлер – разносчиком пиццы? И где можно отведать коктейль с виртуальной реальностью? Об этом и не только в нашем международном обзоре.
Как достичь успеха? Точно знает Иванка Трамп. Дочь президента США написала книгу-инструктаж для женщин о том, как стать успешной. Иванка успела пообщаться со многими профессионалами своего дела и готова поделиться этим опытом со всеми. Молодая бизнес-леди хорошо понимает, ей повезло больше, чем другим. Но книга именно о том, что каждая женщина, из какой бы семьи она ни была, может стать успешной. Все средства от продажи книги будут перечислены в благотворительный фонд. Экс-министр финансов Германии Пер Штайнбрюк стал комедийным актером. В ближайшее время он вместе с профессиональным комиком Флорианом Шредером отправится в турне по Германии с сатирическим стендап-комедийным шоу. Немцы в восторге. Все билеты на шоу в Берлине, Гамбурге и Кёльне уже распроданы. Шубу стюардессы «Титаника» продали на аукционе за 230 тысяч долларов. Во время трагедии на борту «Титаника» Мейбл Беннетт надела пальто для защиты от стихии, поскольку на ней была только ночная рубашка. Семья Беннетт продала шубу в 1999 году, после чего она выставлялась в музее в США. Федеральный канцлер Австрии попробовал себя в роли доставщика пиццы. Целый день Кристиан Керн приятно удивлял жителей Вены. Канцлер перевоплотился в работника известной пиццерии «Это любовь». Доставляя пиццу, Керн интересовался у заказчиков, какие вопросы современной политики их волнуют и готовы ли они предложить свое решение насущных проблем. В защиту науки. Тысячи ученых вышли на улицы по всему миру в знак протеста против политического давления на научные факты. Митинги прошли в более чем 600 городах мира. В Лондоне ученые прошли маршем от Музея науки к Парламентской площади. Акции также состоялись в Берлине, Австралии и Новой Зеландии, где тысячи людей вышли на марши в поддержку науки и против альтернативных фактов, пренебрегающих научными достижениями. В Монако представили летающий аэромобиль. Его салон рассчитан на двух человек. На дороге автомобиль развивает скорость до 160 км в час. На разгон до сотни уходит 10 секунд. Взлет происходит при скорости около 130 км в час. При движении на земле за безопасность пассажиров отвечают подушки и ремни с преднатяжителями. А в воздухе автоматически раскрывающийся парашют, интегрированный в корпус аэромобиля. Первые покупатели получат свои аэромашины в 2020 году. Цена новинки почти 1,5 миллиона. На евро. Космический телескоп «Хаббл» сделал уникальный снимок двух спиральных галактик. Они расположены примерно в 55 миллионах световых лет от Земли. Находятся в созвездии «Волос» Вероники и скоплении «Девы», которое насчитывает около 2000 галактик. Ученые утверждают, такие фотографии позволяют понять, как бы выглядела галактика «Млечный путь» со стороны. Лондонский бар представил коктейль с неожиданным ингредиентом – виртуальной реальностью. Клиент получает стакан 12-летнего виски и специальный шлем. А дальше отправляется в путешествие над широкими шотландскими полями и чистыми реками родины напитка. По словам менеджера бара, недовольных этим коктейлем еще не было. Правда, стоит он недешево. Чтобы сразу испытать и реальное, и виртуальное удовольствие, придется заплатить 18 фунтов. За развитием событий следите на нашем сайте подробности.ua. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи.